Так, ну что, девочки, идем дальше гулять по городу, наслаждаться видами, путешествуем вместе. Вы, сидя на диване, я своими ножками, девочки, ножками. Вот, уже так огонечки горят красиво. Сейчас уже, девочки, получается, сколько время, сейчас я гляну. 3 часа, уже такое впечатление, все, сейчас будет темнеть. Уже сейчас будет темнеть, все. Мне тут, в принципе, ничего не надо, но такая витрина, смотрите, матрешечки, девочки. Тут все есть, ничего везти не надо, никакие самовары свои, ничего. Вот матрешки, все есть, пожалуйста, заходите, покупайте, как будто с собой привезли. Вдруг надо. Вот тоже смотрите, как красиво. Ой, что я вам отражаюсь так некрасиво, вам только мешаю. Ой, прелесть, а. Обожаю такие инсталляции. Вон слоник этот самый, наверное, Салиман, он же Сулейман, которого тащили бедного из Индии, да. Но я вам схожу, там в Бриксине будет шоу, еще до 6 января можно успеть. Я очень надеюсь, что я его посмотрю все-таки, не как я, потому что, знаете, я откладываю всегда все на последний момент. Вот, а тут нет. Тут надо посмотреть. Так, девочки, мне вот в магазин надо было, конечно, зайти. Я только включаю камеру, и мне где-то что-то куда-то надо сразу. Ладно, не пойду, девочки, не пойду. Так, что у нас тут? Смотрим, позаглядываем тоже. Ладно, детки смотрят, девочки, не будем мешать. Тут посмотрим. Тут тоже что-то есть. Так, ну шпеки везде, девочки, шпеки. Я думаю, что можно не заморачиваться. Все как всегда, девочки, в супермаркетах. Все только то же самое, только дешевле. Но это лично мое мнение. Возможно, я, чтобы так говорить, нужно попробовать все, прям все, да, чтобы сравнивать. Так, а здесь мне тоже надо, девочки. Я хотела крем купить. Но, похоже, нету крема. Так, подушечки, шапочки, перчаточки. О, девочки, ну это я люблю. Это я сладости, вы же знаете. О-о-о. Так, Галя, проходим. Ну, естественно, все лыжное. Все лыжное, девочки, маски, все лыжное. Вот я вас как раз, вы меня видите, я вас тоже. Вон, не буду заходить, я вам цены где-то уже показывала примерно. Девочки, цены я вам показывала. Я думаю, что вы не очень этим интересуетесь, лыжным всяким обмундированием. Ой, девочки, как я обалдею с этих домиков, прям не знаю. Очень классно. О, платье, надо же, даже каблуки есть, вау. Интересно, тут, чтобы на каблуках куда-нибудь выйти, дойти, это нужно быть акробатом. Так, это я отсюда, значит, куда-то и поеду, девочки. Это остановка большая. И отсюда и поедем. Сейчас еще прогуляемся, конечно, посмотрим. Отельчики милые. Так, а где здесь наливают? Ну, то есть эти всякие рождественские мероприятия. Смотрите, какой милый балкончик, да, можно присесть, пледик, девочки. Все для людей, все для людей. Смотрите, какие виды, да? Ой, какой там отельчик симпатичный. Вам не видно, он такой светленький. Там такие розовые окошки, обрамление розовое. И на каждом окошке еще и цветочки, девочки. Представляете? Настолько мило. О, девочки, как там красиво впереди. Обалденно. И вообще эти вот пряничные домики, они мне... Вот у меня стойкое такое ощущение, я уже вам где-то говорила в каком-то видео.
меня такое стойкое ощущение, что откуда-то сейчас из подворотни выскочит гном. Вот прям гном, девочки. Может быть, не один, с друзьями. Какое милое все. Вид, конечно, потрясающий. Так, что здесь, значит, будет, девочки? Сейчас посмотрим. А, ну это вот это то самое, что я ищу. Девочки, ну алкоголь, вы же знаете, я ж не буду, девочки. Алкоголь, пожалуйста, без меня. Ой, как там красиво, боже мой, девочки. Так, ускоряемся, ускоряемся. Так, а что там за лестница куда-то? Ресторан, какой-то ресторан. Что-то там, наверное, интересное, да? Но мы не пойдем. Мы вот видим огонечки, мы видим елочки. Ой, и там елка большая. Большая украшенная елка. Ой, здесь подарки. Подарки, дрова, естественно. Что здесь еще в цене, да? Ой, девочки, у меня есть такие вот похожие прям сапоги, девочки. Смотрите. Но у меня они даже еще больше. И стоят они 198 евро, девочки. Вот так вот. И когда я их купила, кто-то там из вас на меня так косился. Что? Ну, правда, я их сюда не взяла. Не взяла, девочки. Потому что у меня и так много всего было, смотрите. Вот эта вся милота везде. И на всех вот этих балкончиках, окошках, которые я вам показываю. Вот такое все везде присутствует. О, девочки, посмотрите. Непонятно, что за щелкунчики или что это. Вон, посмотрите, какие эти вставинки, я обалдею с них. Как это все чистенько, аккуратненько, так все продумано. Эти нежные цвета. Нету вот этой серости, какой-то облезшести, какой-то облезлости. Ой. Вот какой цвет тоже, девочки, обалдеть. Какая-то ювелирочка, да? Кривелли. Угу. Тоже прелесть. Я, в принципе, не собиралась сегодня по улицам гулять. Я думала, я поеду на шопинг в какой-нибудь торговый центр. Но, как видите, я уже тут целый день где-то гуляю, девочки. Посмотрите, нельзя ж никуда же отвернуться. Все ж, понимаете, вокруг, а? Какое. Ой, прелесть какая, девочки. Я вообще балдею просто. Так, тут надо что-то, девочки, пить, потому что прохладненько довольно-таки. Надо, наверное, чаю мне где-то найти. У меня, в принципе, есть свой чай, но надо ж, да, для какого-то антуража, для настроения, надо что-нибудь такое найти вкусненькое. Может быть, у них есть что-то безалкогольное какое-нибудь? Пунш. Мне кажется, все пунши алкогольные, да? Ну, какой-то такой напиток. Мне надо безалкогольный. И вон тоже, там такие ставни. Девочки, какое оно все милое. Сколько все продумано. Так вроде бы и просто, и в то же время... О, лошадки. Девочки, а почему не крутит? Ну, это такие лошадки, конечно. Ну, тоже можно. О, класс. Девочки, столько людей, не полезу. Если бы, конечно, после пунша еще может быть. Ну, скорее всего, так и было бы. Вот нужно огонечек. Руська, шашлык. Руська, встречаемся в следующий раз здесь на шашлычок. Тут как бы не принято, но у нас же, да, наша же это в крови. Как же мы же без шашлычка-то? Так, там что-то делают, но... Тоже посмотрите, да? Милота, девочки. Я даже не думала, что здесь так можно заехать красиво. Это было совершенно неожиданно. Я обожаю
так что-нибудь совершенно случайно на что-то наткнуться. О, девочки, девочки. Там как раз моя тема, девочки. Так, это Рускина тема. А я вы пока разглядываете цветочки, я позаглядываю. Ладно, девочки, вы тоже со мной позаглядывайте. Там так мороженое. Но я и так подмерзла, девочки. Я, конечно, не хочу заходить, потому что я там не сдержусь, девочки. Там такие тортики, там такое все. Я не... И девочки, так, девочки, заходим, заходим, девочки. Так, смотрим тортики. Смотрим, девочки. Цены не вижу. Девочки, все это смотрим и выходим, девочки, быстро, уверенно уходим, уходим, девочки, уходим. Все, посмотрели и хватит. Тоже, девочки, всякие обувачки. Ну, для сравнения, Timberland, да, 169 евро. А я не помню, сколько у нас. Я такое не ношу. Мне нужны каблуки, а здесь каблуки. Ой, девочки, я там вижу сумки. Мне ж сумка нужна. Я ж хочу сумку, девочки. Девочки, я сейчас зайду, быстро гляну, и вас не буду отключать или не заходить. Девочки, ну, я не буду заходить. Это такой рюкзачок. Ух, девочки, чуть тут не это... Не влетела. Так, ладно, проходим, Валя. Девочки, ну шопинг здесь, в принципе, кое-что есть. Не только спортивное. Так, а что это у нас? Какой-то автомат для покупки чего-то, девочки. А что это такое? А, это сигареты. Сигареты, девочки. Так, слава богу, что я не курю. Я догадываюсь, какие здесь цены. Наверное, 5 евро за пачку, да? А, вот, что написано, я не знаю, что это. Italian and Sombri. 5, 10, 20 евро. Это банкот, банкноты по 5, по 10, по 20 евро. Так, а сколько это все стоит, мне вот интересно. Давайте наклацаем, девочки. Давайте наклацаем. Мы ж не курим с вами, а может люди, может, и курят, да? А ну что это? Клацается, да, как? А как нажимать, девочки? Что, куда нажимать? Так, Честерфилд. Кто курит, девочки? Ну, не в смысле, не девочки, может, кто-то смотрит. Так, 5 евро Честерфилд, девочки. Так, что там, например, не знаю, может быть, интересно. Какой-нибудь Мальборо найти, да? Ну, вот какой-то Мальборо. Или что это? А, да, Мальборо, девочки, 5,70. Представляете? За пачку, девочки, не блок, пачка. Это пачка, девочки. Скорее всего, я так думаю. Представляете цены, да? Я в шоке. Вот это да. Как хорошо, что я не курю. Надо вернуться и съесть торт. Просто, я просто обязана сейчас вернуться и сожрать торт, девочки. Какая молодец, что я не курю, а? А что это такое? О, девочки, я хочу лотерею. Девочки, я хочу лотерею. Так, а сколько, а что вообще, а что брать, а где, куда нажимать? Ну, давайте, например, вот это. Что это? Выбираем цифры, да, или что это такое? Девочки, а как тут выбирать? А что тут надо делать? Ну, типа, как-то... Оно само там мне назначило, да, или что? Так, а мне не нравится этот, мне не нравится. Давайте вот это попробуем. Что здесь надо делать? И что здесь? Милана, 16, Наполи. Непонятно, девочки, не пойму. Не пойму, что здесь надо делать, куда, что, что. Ой, тут что-то можно нажать. Так, какой нам город нравится, девочки, например? Так, давайте пусть будет Венеция, да? Венеция. И что с Венецией делать? Ничего не делать, да? Так, девочки, нам это тоже непонятно, лотерея. А что это? А еще там есть, да? А, нет, это так, подожди. А как тут вообще, девочки? А что тут? Ну, вот это, например. А, момент, это так, что-то невозможно, да? Так, а вот это оно и было, девочки. А как, куда нажимать, куда? Так, а вот это что? Это ничего. А как еще можно про это, да? Короче, девочки, честно говоря, я не понимаю. Так, а что здесь? Что это? Please wait, что-то там непонятное. Так, это, наверное, пополнить мобильный телефон, что-то там, TV, game. Так, кошельки. А что вот это такое, девочки, смотрим. Ой, вам еще и не видно ничего. Я так держу, сама смотрю только. Грата, селект и что там, продукт какой-то. Так, а что это такое? Тут что-то сигаретное, да, наверное?
Девочки, ну а что ж с лотереей у нас никак не сложилось? Все-таки супер и на лото, да? Ну а что это такое? Что надо нажать? Что? И что дальше? Дальше куда? Куда, девочки? Что делать? Не пойму. Девочки, ну значит не судьба. Все, идем дальше. Идем дальше, девочки. Так, мягкие игрушки нам не нужны, и не мягкие тоже. Мягкие точно не нужны. Мы любим все твердое, да, девочки? Так, вот это мне нужно иметь в сумке, девочки. Вот это надо иметь в сумке, только побольше. Потому что съезжать на пакетиках, как вы у меня смотрели в моем видео. Что здесь у нас? Что здесь, детское что-то, да? Так, нам это не надо, девочки, выходим. Вот, съезжать на пакетиках мыши же, да, как-то это. Ну, как-то не очень вариант, да? Так, почему у меня до сих пор нет такой сумочки с доломитами, девочки? Это просто неприлично, не иметь такой сумочки. Девочки, а я ее хочу. Девочка, я хочу такую сумочку. Я хочу, девочки, я сейчас возьму, короче. А что там еще есть? Ой, вот это мне сумочка, девочки. Сейчас, извините, вам, конечно, плохо видно. И вот это я хочу с доломитами. Я хочу вот эту сумку с доломитами. Она мне вообще нужна? Так, Галя, все хочет. Вот все ей надо, все надо. Так, девочки, я думаю, надо зайти и там посмотреть. Я хочу такую сумку. Так, куда, где сумки, куда смотреть? Так, тут игрушки, девочки, тут сумок нету, наверное. Нету, девочки, открыточки смотрим. Кому прислать открыточку? Никому, да? Так, открытки мы не собираем, там какие-то рюкзаки. Девочки, ну я хочу ту сумочку, хотя бы вот тут. Мне она нужна, знаете зачем? Это очень удобно, например, когда я в химчистку вещи несу. Не искать какие-то стрёмные пакеты, да, в чем-то. Ой, еще календари надо будет, девочки, посмотреть. Тоже с доломитом. Я в каком-то супермаркете видела. Так, с мальчиками голыми нам точно не надо, девочки, правда? Ну, если кому сильно понравилось, девочки, пишите, я вам пришлю. Так, сумки, сейчас мы найдем. Так, вот тоже сигареты. Так, а где сумочки, девочки? Они же там висят. Значит, они тут должны быть, правильно я говорю? Непонятно, что не видно, не видно. Сейчас, наверное, все-таки я выйду, возьму там. А куда я ее сложу? А куда я вот сейчас ее сложу, эту сумку? Ладно, я сейчас найду, куда сложить. Так, все, мы ее берем, да? Правильно я понимаю, девочки? Как вы считаете? Надо взять, да? 5 евро. 5 евро, девочки. Вот такая стрёмная, такой стрёмный, конечно. Блин, ну что-то я ее хочу. Девочки, я ее хочу. Так, а что тут еще есть? Так, Южно-Тируль, слышали, мне неинтересно. Так, я хочу вот такую. Вот такую хочу. Классная, да? Вообще мне нравится. А сколько же эта сумка стоит? Это же знаете, да? Они же там со всех городов такие. В таком виде. Ну, она маленькая, конечно. Маленькая. Это спросим. Спросим, девочки. Блин, не вижу, девочки, не вижу. Такие барашки. Что-то я тут не вижу. Вот открытки вижу, очки всякие разные. Газеты. Девочки, все. А пакетиков не вижу. Так, упаковочная бумага нам не нужна. Так, игрушки не нужны. Девочки, не вижу. Повылазила мне или что? Нету тут таких. Нету. Нету. Хотите спрашивать, позориться? Девочки. Тебе позориться, да? Так, и тут нету, да? Нигде ничего нету. То, что мне надо. Сейчас спросим.
банку вам. Какие-то конфетки. Сигареты вы убрали? La compagna solo se ho un attimo di pazienza. Так, я вас не отключила, да? Что-то там покупает. Сейчас будем позориться, девочки. Так, и она ушла сразу. И сразу ушла. Девочки, ну это знак, что не надо брать. Все, понятно. Ладно, все, девочки. Значит, надо, значит это знак. Все, не будем. Не будем, девочки. Если что, я знаю, где это продается. Мне сейчас, в принципе, даже и положить особо некуда. Я сейчас так его скручу. Оно все помнется. Поэтому идем дальше. Идем дальше. В принципе, этих сейчас пакетиков должно быть немерено. Ой, шапку, девочки, я вижу шапку, которую я хочу. Вот эту вот цветную хочу, девочки. Вот эту хочу цветную. С бомбонами вот этими вот. Ой, прелесть какая. Представляете, как мне хорошо было бы, девочки. Представляете? Вот тоже беленькая. Девочки, вот мне будет очень хорошо, вот я уверена. Ладно, Галя, Галя, проходим. Так, надо все-таки, девочки, что-то перекусить, потому что я ж не ела. Я ж утром кофеечку, потом еще чаечку днем горяченького. И все, это ж без еды. Так, я что-то уже и мороженое хочу, девочки. Я, наверное, голодная, да? Что-то я уже все хочу. Я и мороженое хочу, и все хочу. Все хочу, девочки. Ой, как здесь красиво. Ой, все так украшено, все здесь. И не вычурно, заметьте. Так, девочки, большие бутылки шампусика. Мы ж не пьем, да? Мы ж не пьющие, не пьем, не курим. Мы совершенно скучные, неинтересные барышни, не пьющие, не гулящие. Ну, в общем, никому такие не интересны. Вон какие бутылочки, да? А, вот. Ой, свечечки. Смотрите, как красиво, да? Правда? Чудно. Это все из натурального дерева, девочки, сделано. Вырезано. Что? А, это не мне было. Так, а что тут? Что тут у нас? Кафе, девочки, кафе. О, девочки, там такие тортики. О, девочки. Так, Галя, проходим. Тоже магазинчики красивые. Так, все, девочки, я вижу эту еду, я ее хочу. Так, что у нас тут? Так, кофе to go есть. А у меня есть, не, кофе я пила, девочки, кофе я пила, чай у меня есть. Сейчас кофе очень быстро тут остынет. Смотрите тоже, как красиво, девочки. Да? Эти цветочки. Ну, уже так сейчас темнеет, надо как-то немножко ускоряться, потому что там ничего не успеем посмотреть. Ой, очень мне здесь нравится. Очень нравится, девочки. Я сюда еще приеду, наверняка. Прям очень нравится. Так, здесь что-то горяченькое. Сейчас мы подойдем. Вон какая кафешка тоже милая. Ой, девочки, я тут везде хочу. Вот мне все нравится. Вот прям все нравится. А, это вот этот, извиняюсь за выражение, Штраубен. Так, вот что-то тоже подбухивают. Подбухивают, что-то там жуют. Жуют, девочки. Так, глюх. Джин. С джином 6. Какая-то бира 3,50. Так, вот что-то вкусное у женщины. Очень вкусное, судя по запаху. О, девочки, как здесь пахнет. О, начну сознание терять тут.
Ой, красота, где балкончики, здесь такая подсветочка, и все так прям это, ой, трогательно. Так, ботики сейчас посмотрим. Что-то меня кидает со стороны в сторону, то туда бегу, то сюда. Посмотрите, какие интересные какие, да? Прям с смехом. Смехом, девочки, и со скидкой уже 150 евро, девочки. Еще и мой размер. Ну, мне такой не очень нравится. Чтобы не сказать, совсем не нравится. Вот тут тоже любят всякие блестяшечки, камушки. Вот, смотрите. Уги, валенки. Все с камнями. Вон тоже такие. Ну, эти симпатичные боты такие, в принципе. Я, конечно, не надела, но они симпатичные. Я такое... Это не мой стиль просто, девочки. Ничего личного. Я просто такое не ношу. Ну, здесь любят все такое блестящее. Все, что... камней побольше. Так, кто у нас там любит обвешиваться брендами, пожалуйста, сейчас я вас проконсультирую. Так, со скидкой уже, значит, 99 евро осталось. И 36 размер, и 40-й. Так, кому еще срочно приглянулось, девочки, пишите. Я, конечно, отсюда уже уеду, но если прям сильно кому-то понравилось что-то, я приеду. Здесь, в принципе, час езды. Вот тоже какое обалденные девочки. Боже, какая красота. Елочка, это вообще волшебно. Там какие-то сани даже. Какие-то сани. О, коллега. Ой, посмотрите, какие эти окошечки с цветочками, да? Такая лепнина еще. А там какой вид вообще, прелесть. Там этот подъемник красивущий. Ой, там смотрите, как красиво. Так, надо чего-то, девочки, выпить все-таки. Как здесь курят сильно. Так, курят очень. Очень сильно курят. Смотрите. Так, сейчас еще батарея, не дай бог, сядет. Я ж домой не доберусь. Ой, ну вот как можно остановить, девочки, съемку? Ну вот скажите, как? Прелесть, а? Family Spa Grand Hotel. Ну, спа, вы понимаете, там просто, может быть, маленькая сауна и 2х2 бассейн. Вполне возможно. А может и побольше, потому что это он продолжается, да, я так понимаю. Вот он пошел. Так, ну на улице бассейнов никаких горячих я не вижу. О, русская речь, девочки, 100 лет не слышала. Да, наших видно, конечно. Я думаю, что на меня смотрят, тоже думают. О! Тоже, да, классный вид. Там на Доломиты, на елку и на девочки, на все, вот на все. И сюда, смотрите. Так, там тоже что-то наливают. Но я сейчас, если я сейчас еще и алкогольного, не дай бог, чего-то приму. Все. В лучшем случае тело шатки. В лучшем случае. Так, что там, я буду издали смотреть. Так, крепы, ну то бишь блинчики 4 евро. Так, что там, панино 5 евро. Так, крудо, какой-то бутерброд, в общем, с крудо 6 евро. Так, и какие-то есть кружки, непонятно. А вот все пьют, но это алкогольное, все, девочки. Алкогольное. А вон еще ценники. Так, значит, 4 евро
какой-то напиток. Шприцы всякие, девочки. Я ж не разбираюсь в алкоголе. Ну, просека, я вижу, 4 евро. Это, наверное, за бокал, да, скорее всего. Сейчас я вам подойду, чтобы вам видно было. Так, вино россо. Вино россо. Так, что тут еще? С ромом, значит. Можно присесть. Фотозона, опять же. Вот можно у огня погреться. Пожалуйста, пожалуйста. Так, не буду пить, девочки. Точно меня сейчас просто так. Я окосею, моментально окосею. Не хотелось бы. Там даже если алкоголя чуть-чуть, вы же меня знаете. Я ж... Мне ж много не надо. Так, я туда уже не пойду, да, наверное. Наверное, все, девочки, уже, я думаю, хватит. Все, девочки, выключаю. Я думаю, что достаточно. Я вам показала в общих чертах. Кто хочет, приезжайте. Тут до 6 января вся эта движуха будет рождественская. Так что добро пожаловать. Как красиво, девочки. Сейчас я вам покажу. Смотрите, как эмоции, да, передали. Прям чувствуется. Все понятно. Здесь, конечно, темновато, но в принципе... Той Антонио, девочки. Прелесть, да? Какие свечечки там. Девочки, ну надо взять. Я с собой. Сейчас кидаем. Вот сюда. И берем девочки. Возьмем девочки. Раз. Давай, соберем. Все, девочки, я взяла. Сейчас выйдем. Я вам покажу. Вот можно присесть в тишине, помолиться. Чем-то попросить. Очень красиво. Так мило, девочки, очень мило. Так, сейчас выходим, я вам все покажу. Ой. Вот взяла. Я думала, они какие-то стеклянные, что ли. Нет. Сан-Антониус Кирхе. Сант-Ульрих. У меня брат Антон. Так что я думаю, что я ему привезу. Две штучки.
Так что привезу. Так, и сейчас я вам еще покажу, как это со стороны она выглядит. Тоже очень-очень милая, такая малюсенькая она. Это кирха. Кирха. Девочки. Очень милая. Такая. Сейчас даже немножко еще отойду. Тут же, вы же понимаете, везде красота. У меня уже там батарея 15%, девочки. Я уже отключилась, потом думаю, нет. Нет, я должна туда зайти. Я должна зайти. Сейчас я еще немножко отойду, чтобы подальше было. Мои лошадки стоят. Никто к ним не подходит. Что, целее будут. Вот смотрите, как красиво. Смотрите, это все там Доломиты справа. Видны горы, заснеженные холмы. Ой, чудно, правда? Все, девочки, тебе точно отключаюсь. Приехал какой-то автобус, и сейчас он уедет благополучно без меня.